Используй лучше промо Fire 11 и получи 35% к пополнению. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас баланс 5700, депчик неплохой, и казалось бы, хотелось бы попробовать агентов, потому что мы его давно не открывали, и у нас как раз таки баланс сфиксируем, 6000, грубо говоря, нам нужно окупиться. Агенты очень хороший кейс в том плане, что они меня иногда спасали, и тут действительно, может, если по одному открывать, пошел тот самый баг My CSGO. Точнее, не баг, иногда, знаете, за то, что я часто меняю, интерфейс, у меня вот такая тема случается. И, видимо, надо исправлять, ребятки. Сейчас, секунду, я исправлю. Так, ребятки, все, я исправил, поменял интерфейс все-таки пока что на зимнем, так как зима еще почти заканчивается, надо попрощаться с этим интерфейсом. И, как мы видим, у нас пока что нет прям дикого окупа. Давайте поставим вот так вот. Пока что действительно не вижу прям мега-мега окупа, у нас минуса жесткие, причем я надеюсь, конечно, выбить хотя бы, который стоит 2600, тут шансы очень хорошие, даже на этот скин очень неплохие, поэтому будем топить. И если агенты не дадут нам, то, конечно же, будем открывать другие кейсы, перчаточный майнинг есть в теме, потому что он нас заскамил на 20 пинов, то есть пустые 20 пинов кинул, но сегодня должен поставить, должен. План Б, так сказать, есть. Давайте до 1500 докрутим, и если что, пойдем помайнить перчатки, и если не повезет, то, конечно, всем спасибо, всем пока будет. Но, сдается, то... Ох, хорошо, вот это приятно было, ну, пожалуйста, ты стоишь 600. Тут очень много скинов, которые стоят, там, 200, но... Блин, вот это, кстати, прикольный скин, действительно, посмотрите, агент неплохой. Пожалуйста, ну, не скам, максимально не скамить. Главное, чтобы открывать различные кейсы и не бояться этого. Ну, сейчас давайте еще пару спинчиков дадим, и можно уйти, я думаю. Ну ладно, сойдет. Вот это, кстати, хорошо. Еще один спин, последний. Ну, можно и перчаточный пооткрывать. На мой взгляд, это самое лучшее решение, которое может быть. Да. Давайте перчаточный майнинг, пару спинчиков дадим. 10 штук. Если нет, то что я могу поделать? Тут full unlock происходит. А когда full unlock, это, считайте, грубо говоря, не зависит от тебя полностью. Ну, все пролетает. Как печально. Давайте еще разок. Может, сейчас будет нормально. Не могу, конечно, судить на 100%. Я, конечно, надеюсь на хороший дроп. Ай. Пока что full unlock. Ну, если что, пойдем. Ладно. Опять продолжается моментальный скам. Это прям ужас, конечно. У меня нет слов. Ну, кстати, есть АВП. Еще разок. Есть М-ка, хорошо. Ну и давайте перчаточный. Так, все, отлично. Можно даже агентов пойти покрутить, мне кажется, нет? Агенты — самая норм тема. Потому что там последние разы дропалось неплохо. Сейчас конкретно, даже перчатки не хочет сыпать. Продолжает максимально свою традицию скама. Ну да, дефолт. Ну хорошо, есть. Но как бы это столько мы потратили, что даже это минусовое, считайте, грубо говоря. Ну ладно, идемте агентов. Посмотрим, что там будет. Может, там получше, конечно. Так, где они? Я потерял их. А вот. Ну, 5 штучек давайте уже пробовать. Ну, 10 было бы круто, но тупо не хватает. Нормально. Это вроде... А, так это минусовой. Ну, будем пытаться. Номер какая? Нормально. Но главное, чтобы не скамило. Продолжала купать. Вот, 10 штучек. Кстати, это неплохо, да? Ну, как неплохо, нормально? Ладно. Зайдет, можно пойти на next. Давайте вот сразу вот этот откроем. Почему-то есть вера в него. Минимальная, но все же присутствует, я бы сказал. Ага. Спасибо. Ну... Давайте вот сюда перейдем просто. 10 штучек откроем.
Ну, есть. Есть ямка, конечно. Нормально лут. Ну, ладно. Какой-то у нас сегодня full tilt day. Прям не везет конкретно. Ладно, давайте ямочку. Не открывали. Ну, тут, конечно, было бы забавно выбить синий фосфор. Миллиард попыток потратить. Ни разу еще такого не было. Кстати, 10 кусков. Но это неплохо, это неплохо. С учетом того, что у нас был минимальный деп. Кстати, вот это тоже неплохо. Ну, давайте тогда вот это откроем. Может, здесь. Конечно, вообще прям... Ну, распространение тоже нормально. Но это нормальный авик. У меня сейчас примерно такое же. Качество такое уже. Но пока не хочется. О, графит, кстати, оставляем. Нормально. Наконец-то нормальный скин. 1000 миллиардов лет потратилось подождать. Но графит это самый, один из самых топовых, я бы сказал. Потому что туда наклейки хорошо идут в комплекте. И тайное можно подкрывать, потому что мы его давно не крутили. Ну, как будто бы нет. Как будто бы не очень. Еще разок. Если что, уйдем. Потому что, ну, тайное на своем опыте, ну, сколько раз не открывал, это full scam кейс. Ни разу не было такого, чтобы он прям выдавал топовый дроп. Кстати, один раз биткоин. Ну, звучит смешно, но, с другой стороны, это единственный кейс, который нормально раздает. Ну, ладно. В принципе, графит выбили. All-in, кстати, юзу закрыли пока что. Ну, глок можно попытаться, конечно. Было бы прикольно выбить сейчас нормальный скин. Человеческий. Но все пролетает, да? И даже не долетает. Ну, давайте 4. Ну, ладно. И последний шанс у нас, считайте, последний шанс, который может быть, это просто на нуар открыть. Ну да, все пусто. Ну давайте, я не знаю, бонусный. У нас есть чуть-чуть. Конечно, это прям какое-то непонятное ощущение. Вроде бы выиграл, а вроде бы хочется еще покрутить. Но это до добра не доведет. Ну и напоследок я бы хотел пооткрывать вот бонусные кейсы, потому что, ну, смысла не вижу копить как раньше. Раньше очень много копил. Сейчас я в этом особо и не вижу смысла. Кстати, поток информации. Ладно, это уже сойдет. То есть графит и поток информации. Поэтому нормально. Еще один спин последний. Ну, еще один спин можно дать. А, не, у нас все нет. Ну, давайте откроем какой-то кейс ютубера. Ну, нормально, в принципе. Все, отлично.